Добрий вечір. Ви дивитесь, як завжди, щосереди, цикл програм, в якому ми в прямому ефірі спілкуємося з представниками муніципальної влади. Це гаряча лінія, і ви можете зателефонувати до нас в студію та задати питання нашому гостю. А гість у нас сьогодні – це Олена Харитонова, заступник директора департаменту праці та соціального захисту Миколаївської міської ради. Так. І сьогодні ми знову вирішили підняти питання щодо субсидій, тому що наближається холода, люди хвилюються, і все ж почнемо спочатку. По-перше, і саме головне, що турбує людей сьогодні, це який порядок, давайте нагадаємо, який порядок отримання субсидій і як це відбувається взагалі. Добрый вечер. Программе житловых субсидий 20 лет, но, конечно, не лишним будет поговорить еще раз, что это такое и как субсидии назначаются. Получатели, которые у нас получали субсидии не один год, сейчас осталось треть. В основном это люди новенькие, которые пришли к нам с началом введение в действие упрощенного порядка, это с мая прошлого года, и в мае этого года этот порядок все удосконаливается, еще более упрощается, и для того, чтобы назначить субсидию, то есть основное, что остается, что субсидия – это разница между тем, что мы платим за квартиру, за коммунальные платежи, и частью платежа, который считается от дохода семьи. Что новости, которые введены у нас по платежам? Во-первых, есть постановление Кабинета министров Украины, в котором установлены социальные нормы для назначения субсидии. Это площадь, отопительная площадь, это площадь жилая, вода, газ, свет. То есть то, чем мы непосредственно постоянно пользуемся. Наибольших изменений претерпела норма, по которой мы считаем отопительную площадь при отоплении газом. То есть, если в прошлом году это было 7 кубических метров, с мая месяца это 5,5 кубических метров. То есть, уменьшили эту норму, естественно, уменьшится тот объем, который будет учитываться при расчете субсидии. Добре, давайте почнемо спочатку. По-перше, що треба наразі і до якого терміну звернутися за отриманням субсидії щодо опалювального сезону? За субсидией можно обратиться в любое время. Для этого нужно подать заявление и декларацию. Заявление и декларацию можно подать в Управление социальных выплат и компенсаций. Сейчас людей очень много, у нас в 5 раз увеличилось количество обращений, получателей субсидий в летний период. У нас никогда не было такого количества. Заявление и декларацию – это один из немногих видов государственной помощи, который можно отправить почтой, то есть конвертик сложить и в почтовый ящик бросить, мы получим... Заказным письмом? Нет, простым письмом, да. Мы получим это заявление и будем работать с ним. Обязательно очень хотелось бы попросить указывать контактные телефоны. Мы не просим у вас домашние, там, рабочие телефоны для того, чтобы... Просто для того, чтобы что-то уточнить? Для того, чтобы уточнить, для того, чтобы встретиться с человеком и объяснить ему какие-то нюансы. Ну и прошлогоднее нововведение – это электронное обращение, то есть на сайте Минсоцполитики есть форма, по которой можно заполнить, и на 4 наших районных управления, где и осуществляется назначение субсидий по месту регистрации. Эта форма потом будет спущена. Эта форма, да, она, если правильно заполнена, все-таки нюанс, который существует, без подписи работать с этим заявлением мы не можем. Мы можем работать, но субсидию мы не... Назначить невозможно, но просчитать ее можно. Конечно. Хорошо, то есть, если подытожить, то, в принципе, нужно только два документа, это заявление и декларация, правильно, либо в электронном виде с электронной подписью, с электронной подписью. Что ж, давайте сразу, я так понимаю, что тема у нас сегодня будет горячая, звонков будет много. Давайте примем первый звоночек. Добрый вечер, вы в эфире. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Людмила, я живу в Корабельном районе города Николаева. Значит, первое, что я вам хочу сказать,
Если вы думаете, что прямо вот субсидия ты сегодня пришел, на завтра получишь, то нет. Субсидия сейчас задерживается, назначается несколько месяцев. Это первый вопрос. Второй вопрос. Когда я заключаю, значит, договор, или я не знаю, как это правильно называется, вот этот документ, когда заполняешь, там есть маленький такой нюанс в конце, значит, что я разрешаю обработку своих личных данных третьему лицу. Но нам никто не говорит, что это за третье лицо. И кто будет обрабатывать мои данные? Могу ли я обратиться за субсидией, вычеркнув этот, значит, пункт? Спасибо. Спасибо большое. Да, спасибо. Ну, в принципе, наш зритель немножко забежал вперед. Мы как раз хотели поговорить о сроках. Ну, давайте начнем, наверное, с конца. Вот эта обработка данных, насколько я знаю, по закону о персонализации данных, никто не имеет права их никуда отдавать и собственно говоря, использовать в каких-либо целях. Куда данные, которые подают наши люди, идут и почему это необходимо? Давайте начнем все-таки с первого утверждения. Никто не обещает, что сегодня вы подадите заявление, а завтра вы получите ответ. Есть процедура, предусмотренная законодательством, по которому, получив ваше заявление и декларацию, Управление социальных выплат начинает ее обработку. Я не зря остановилась на том, что у нас небольшое количество получателей, которые еще помнят, что для того, чтобы получить субсидию, нужно пойти в ЖЭК, нужно пойти в ГАЗ, нужно пойти в свет и отовсюду принести справочки, сколько у тебя человек прописано, какой у тебя лицевой счет, так далее и тому подобное. Сейчас этого делать не нужно. То есть вот получение вот этой информации от организаций, которые предоставляют коммунальные услуги, ЖЭКи, водоканал, газовая служба. То есть сейчас ваша организация, да, в принципе, занимается тем, что раньше люди ходили, а сейчас вы это делаете, да? Да, мы получаем эти данные. Да. Это первая сторона вопроса, это наши платежи. Но есть же еще и расходы. То есть, заполняя декларацию, вернее, доходы, заполняя декларацию, человек указывает только период дохода. Если уже совсем вперед забежать, то на сегодняшний момент это только предыдущий календарный год. У нас нет возможности сейчас выбирать это 3 месяца, 6 месяцев или предыдущий календарный год. То есть это однозначно уже определено в законодательстве. И информацию о доходах мы тоже получаем не от человека, мы получаем от тех источников, где человек получает доход. То есть для нас это пенсионный фонд, это фискальная служба, мы делаем запрос, получаем размеры доходов, доходов разных. Никому мы их не рассказываем, мы их используем для того, чтобы человеку назначить субсидию. Ну, а если говорить о сроках, то это 10 дней, прописано 10 дней с момента получения всей необходимой информации. А фактически, ну, то есть вот сейчас наша сослушательница, в принципе, сказала о том, что, вот я так понимаю, у нее несколько месяцев она ее получала. В чем может быть проблема? Есть ли такие случаи? Есть такие случаи. Проблема может быть в том, что... Вот мы говорили о том, что может быть некачественно заполнено заявление и декларация, и для этого нужно встречаться с человеком и просить у него какие-то дополнительные данные. Проблема может быть в том, что фискальная служба дает доходы или не дает доходы те, которые задекларированы. Ведь в декларации мы указываем не сумму дохода, мы указываем вид дохода и источник получения. И если мы в фискальной службе не получили этой информации, а человек декларирует, что у него есть эти доходы, значит, любым способом нам это нужно получить. Раньше мы назначали субсидии только по наличию вот этих вот задекларированных доходов. Сейчас нам законодатель разрешил назначать субсидии в тех случаях, когда мы не можем официальным путем получить информацию о доходах, эта информация подтверждается непосредственно заявителем. Он пишет заявление, где указывает сумму полученного дохода за задекларированный период, откуда он ее получил и почему он не может предоставить такую справочку. Я хочу немножечко отвлечься, сказать о том, что по фискальной службе мы получаем официальную информацию, то есть о начисленной заработной плате, о доходах предпринимателей, об аренде земли, то есть те доходы, которые облагаются налогом.
Мы говорили постоянно о том, что нарахованную заработную плату мы учитываем без дохода, без налога с доходов физических лиц. Вот именно вот эту вот часть, отняв 15%, нам и дает фискальная служба. Те виды доходов, которые не облагаются налогом, такие как все виды социальных выплат, это детские пособия, пособия по малообеспеченности, пособия по безработице, фонд социального страхования, то есть много доходов, которые, стипендии, которые мы не видим. И увидев, что человек их декларировал в предыдущем обращении, вот, кстати, женщина не сказала, это первичное обращение или это повторное обращение, но в любом случае это кропотливый и длительный процесс, который мы стараемся делать как можно быстрее. То есть, если подводя итог, хочется нашей слушательнице ответить, собственно говоря, обработка данных нужна для того, чтобы обратиться вместо вас в другие инстанции, получить необходимые данные, которые в противном случае получали бы вы сами, как это было раньше, я правильно? Поговорю, да. По поводу срока, 10-дневный срок предусмотренный законом, но, к сожалению, мы сейчас стоим на таком пороге, скажем, когда мы еще не перешли к тотальной информатизации и электронному документообороту, и некоторые службы все-таки продолжают вручную письменно давать какие-то ответы, и, собственно говоря, это сильно затягивает процесс, а у нас есть следующий звоночек, и мы его принимаем. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. А у меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, со мной прописан сын. Но он не живет со мной, только прописан. Живет он в другом районе, где он не может прописаться, по административным причинам. Я могу как-то оформить субсидию, исключив его из списков? И что для этого надо? Спасибо. Ну, да, вы из списков его не сможете исключить, потому что он прописан на вашей площади жилой, но законодательством такой момент предусмотрен. Работает городская комиссия, которая рассматривает заявление и документы, предоставленные, подтверждающие о том, что этот человек действительно проживает в другом месте, либо документы, которые подтверждают, что человек по месту регистрации не проживает. Это могут где эта комиссия находится, я так думаю, слушательница это наших раз будет. Это комиссия департамента. Подать заявление на комиссию, то есть в любом случае заявление на субсидию нужно подавать в управление социальных выплат по месту регистрации. То есть способы мы говорили о том, как это можно сделать. И обозначив вот заявление, там, где мы смотрим, там есть, что прошу мое дело рассмотреть на комиссии. В декларации вы пишете, декларируете все равно сына в составе семьи, потому что он у вас прописан, но в приметочке пишете, что он не проживает. И тогда, увидев, что он не проживает, естественно, становится вопрос о том, что это дело нужно рассматривать на комиссии с последующим составлением акта обстежения материально-побутовых умов проживания семьи, которая составляется государственным социальным инспектором, такая структура предусмотрена у нас в департаменте, и это дело выносится на рассмотрение комиссии. Комиссия работает городская, она работает при департаменте труда и социальной защиты населения. Если у человека будет желание посетить эту комиссию, ему будет сообщено, когда будет рассматриваться его дело. Тоже, кстати, это один из факторов, который немножечко приостанавливает назначение субсидий. Задерживает для того, чтобы составить акт обстежения, для того, чтобы вывести на комиссию. Ну, бумажной работы очень много, конечно, декларируемая кажущаяся простота назначения субсидий, конечно, она в каких-то моментах существует, но реально это не всегда так бывает. И поверьте, нам тоже хочется, чтобы все было очень быстро и качественно. Хорошо, у меня тогда еще к вам вопрос, пока наши зрители наши, у нас зритель уже есть звоночек, давайте мы его сразу примем, и я потом задам свой вопрос. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Моя мама хочет мне подарить квартиру. И я буду собственником, но не буду там прописана. Мама будет прописана одна. Будет ли она получать субсидию? Спасибо. Да, будет. Ничего не поменяется, потому что, я так понимаю, состав она семьи не меняется. Да. Да, состав семьи не меняется, и состав доходов, доходная часть не меняется, правильно? Да. Так что не переживайте, пусть мама дарит хороший подарок.
И вот какой, у меня вот какой есть вопрос. Смотрите, очень много раньше было слухов вокруг субсидий о том, что там кому-то можно, кому-то нельзя. По какому критерию сейчас и как этот критерий выглядит, предоставляются субсидии? Есть ли какие-то ограничения там по работе, по проживанию? Или это только имеется в виду чистый доход, который получают люди, проживающие на конкретном там объекте? Да, я не первый раз говорю об этом, и хочется, и все равно вопросы поступают, и после выступлений вот люди как-то не совсем доверяют, что у меня две квартиры, мне положена субсидия, у меня две машины, мне положена субсидия. Да, ограничения для назначения субсидии практически все сняты. Я хочу остановиться на тех моментах, когда субсидия не положена. Это когда человек не прописан в этом помещении, в этой квартире, в этом доме. Очень много таких случаев. Это вот законодатель, наверное, единственный момент, который, еще один момент есть, который не урегулирован. То есть семья прописана в одном месте, но от мамы, от папы, от бабушки остался дом, который нужно поддерживать в каком-то состоянии, но для того, чтобы там прописаться, тоже процедура. Нужно вступить в наследство, нужно заплатить деньги и так далее и тому подобное. Но семья там живет, она обслуживает этот дом, она платит коммунальные платежи, но там никто не прописан. В таком случае назначить субсидию мы не можем. Второй момент, с которым мы сплошь и рядом начали в этом году, в прошлом году так не было, сталкиваться, это оформление субсидий на даче. Сейчас не секрет, что в городской черте есть дачные поселки, где и вода, и свет, и газ, там жить можно. И иногда семьи для улучшения жилищных условий таким образом и поступают, молодежь оставляют в квартире, сами там прописаны, а живут на даче. Пока дачный участок, дачный домик не будет переоформлен в жилое помещение, об оформлении субсидии на дачный участок, ну, дачный домик, не может быть и речи. И третье условие – это покупка товаров, услуг на сумму больше 50 тысяч единоразовая гривен. Единоразовая, да? Одноразовая. Единоразовая. В течение года сейчас, да? Да, перед обращением. Не того года, за который мы берем доходы, а перед обращением. То есть мы обращаемся в августе 2016 года, доходы для назначения субсидии мы берем за 2015 год. А вот если человек купил в июле 2016 года, допустим, квартиру, которая стоит больше 50 тысяч, тогда права на субсидию он не имеет. И нужно будет ждать до тех пор, до момента, пока не истечет год. Вот этот год, да. Понятно. Спасибо, у нас есть следующий звоночек. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, я хотел задать такой вопрос. Вот, значит, я не работаю, пенсию еще не получаю, без работы сейчас остался. Пенсию не получаю, значит, еще не получаю. Не состою в центре занятости на учете и пособие по безработице это не получаю. Почему мне в Ленинском собесе говорят, что мне, значит, субсидия положена с двух минимальных зарплат. Сколько я знаю, в моем случае с одной, 1450. Они либо законов не знают, либо умышленно это делают. Так что вы там, пожалуйста, разберитесь и вот ответьте на мой вопрос, прав ли я. Хорошо, спасибо. Вот вы обратили внимание, и большинство людей поступают вот таким вот образом, да и мы с вами, вот как обычные получатели, допустим, пришли бы получать субсидию. Когда речь идет о доходах, человек вспоминает то, что он сейчас получает. Да, вот мой доход, то, что я сейчас получаю. Я сейчас не работаю, я сейчас не стою на учете в центре занятости, я сейчас не получаю пенсию. Но еще раз повторяю, что с мая этого года мы назначаем субсидию, учитывая доходы за предыдущий календарный год. Если человек... То есть в данном случае 15-й год имеется? 15-й год, да. Если человек сейчас не работает, но он работал в 15-м году, значит, мы возьмем заработную плату, которую человек получал в 15-м году. Опять же, с мая этого года при... отсутствие доходов, либо если доходы у человека меньше прожиточного минимума, то это прожиточный минимум сейчас 1378 гривен, то в расчет дохода при назначении субсидии за каждый месяц берется два прожиточных минимума. Два прожиточных минимума. Вот, в общем, собственно, ответ ваш все-таки, наверное, вам правильно сказали. В Ленинском собесе, да. У нас еще есть звоночков пока. Ну давайте тогда продолжим.
Смотрите, вот я, если бы я, например, сам бы захотел бы посчитать вообще, ну, хотя бы приблизительно, могу я рассчитывать на субсидию или нет, какими цифрами, какие цифры мне нужно использовать и какая методика, ну, плюс-минус, используется при начислении субсидий, при, в каком случае они получаются, при каком доходе? Ну, вот сейчас по опыту и жалуются люди, я хочу сказать, обратить момент, пока нет звонков, вот такой вот очень много сейчас идет обращений по поводу того, что вот те старенькие наши получатели субсидии, они знают, что такое летняя субсидия на неотопительный период, а новенькие, которые пришли, они, конечно, столкнулись с тем, что они получали в отопительный период с октября по апрель месяц субсидию, и нужно признать, что неплохие размеры субсидии были. Вот. А потом в мае месяце, когда получили гирцевские распечатки, расчетки, увидели, что субсидии нет. И, конечно, возник вопрос, почему у меня была субсидия, а теперь ее нет. Я должна сказать, что субсидия делается автоматически, перерасчет с окончанием отопительного сезона. И такая услуга, предоставляемая нам зимой, как отопление, в расчет субсидии с мая месяца не учитывается. И вот эта вот летняя, так называемая, субсидия на неотопительный период, она длится до 1 октября. То есть до начала отопительного сезона, как мы считаем, что он начнется 1 октября. Поэтому субсидия у многих получается нулевая. То есть цифр на лето, цифр, на лето, да, цифр для субсидии нет. Вот. Но это не значит, что человек вычеркнут из этой программы, ему зимой нужно бежать для того, чтобы оформить не субсидию. Не нужно. Она автоматически появится. Автоматически. Значит, домам с индивидуальным отоплением мы перерасчет субсидии на отопительный сезон делаем с 1 октября, как предусмотрено законодательством, а с централизованным отоплением будем ждать распоряжения горсовета начале отопительного сезона. И тогда автоматически делается перерасчет. Причем людям, которым вот сейчас назначена субсидия с мая, еще одно нововведение. Раньше мы субсидии назначали на год. То есть вот обратился в августе, по июль следующего года назначили. Сейчас мы субсидии назначаем всем до окончания следующего отопительного периода. То есть у нас все субсидии сейчас назначены по апрель 2017 года. Угу. Вот. Поэтому, потом их придется обновлять или они будут... Мы сами будем пересчитывать все. Угу. Мы сами все тоже будет, то есть будет такая же система приблизительно. То есть, грубо говоря, один раз человек обратившись, пока действует эта система субсидий, она будет пересчитываться в зависимости от отопительного сезона, пока, назначаться или нет. Пока на то будет желание клиента, скажем. Скажите, а если будет, то есть, а будет ли обновляться, вот, например, там та же декларация о доходах и так далее? Или вот, ну, то есть, смотрите, вот сейчас подали документы, да, вот, ну, если, как я понимаю, да, там декларация о доходах, человеку там положена субсидия, да, потом он там, ну, устроился куда-то на работу, стал получать больше денег, да, человек, ну, не заявил, забыл, нет времени, и неважно, вы будете как-то обновлять эти базы? Базы нам нечего обновлять, то есть человек участвует в программе жилищных субсидий. Сразу скажем о том, и наши получатели об этом, я надеюсь, знают, что в месячный срок после изменения состава семьи, кто-то выехал, кто-то родился, это очень важный момент, я бы изменился хотел... состав семьи, изменилось вот этот перечень услуг, которые человек получает. Может быть, у кого-то мусор из квартплаты выделился в отдельную услугу, и, естественно, размер квартплаты стал другой. Может быть, изменился поставщик этой услуги. Ну и, в конце концов, изменился социальный статус человека, вот как с этим молодым человеком, который звонил. Он был работающим, стал неработающим, или был неработающим, стал пенсионером. Вот этот социальный статус для субсидии, которая назначена, она значения не имеет. Она имеет значение или купил что-то на 50 тысяч. Вот. Она имеет значение нам для следующего перерасчета. Вот. Продолжайте. У нас просто осталось 2 минуты времени. Мне сейчас режиссер показывает. У нас есть звоночек. Давайте мы на него ответим. И на этом, собственно говоря, наверное, закончим. Добрый вечер. Вы в эфире. Слушаем вас. Я пенсионерка, получала субсидию в прошлый период. После окончания отопительного сезона, конечно, субсидий у меня нет. И за летний период, учитывая, что цены, тарифы повысятся очень сильно на отопление, я изыскиваю возможность хоть немножко откладывать как бы авансом. У меня долга нет. Разговоры идут о том, что эти деньги, которые я авансом ложу на отопление, у меня могут
не учесть. Спасибо. Спасибо. При повышении тарифа мы автоматически делаем перерасчеты в любой услуге, на которую повысился тариф, и люди, имея назначенную субсидию, они не пострадают. Очень жалко, что мало осталось времени. У нас еще есть такое изменение, которое касается оплаты по субсидии. То есть раньше, если мы платили обязательный платеж, который был указан в нашей платежечке, сейчас мы платим только тот факт, который мы использовали, минус размер субсидии. То есть если ты использовал один куб воды, это стоит 10 рублей, а у тебя субсидия на воду 20 гривен, то за воду ты ничего не платишь. А те деньги, которые люди авансом стараются перечислять, законодательно предусмотрено возвращение сумм субсидий по отоплению, по индивидуальному отоплению газовому и централизованному. Они будут возвращены предприятиями в бюджет, но только те суммы, которые человек не использовал, которые благодаря вот тем нормативам, которые мы используем при расчете субсидии, мы достаточно большие суммы перечислили людям на счета, и они там остались невостребованы. Угу. Вот эти суммы будут возвращены в бюджет. Что ж, спасибо. Тема, конечно, субсидий, я так думаю, неисчерпаема. Мы, наверное, еще с вами все-таки как-нибудь обязательно сделаем программу и продолжим это обсуждение. Я думаю, что и людей очень много позадают типовые вопросы. Мы многого не коснулись. Мы вынуждены с вами проститься, потому что время нашей передачи исчерпано. Спасибо, что были с нами. У нас была в гостях Елена Харитонова. И надеюсь, что сегодня мы получили очередную порцию ответов на тему субсидий, то, что нас волнует. Смотрите нас каждую среду в 19:30. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания.